Всегда собрались поэтому всем замечательное настроение, замечательное слово компетенции предоставляется ветерану спорта, доктор медицинских наук, заслуженный профессор школы общественного здоровья, приз Владимир Николаевич. Дорогие друзья, участники соревнований, наверное, от имени ветеранского корпуса я хочу всех поприветствовать. Я рад быть в вашем составе, команды. Нынешнее мероприятие – это 49-е спартакиада нашего университета, прошлого вуза, именно медицинского института Академии. Я полагаю, что это дань уважения, дань тем людям, которые вложили много-много энергии, труда в развитие спорта в нашем университете. Пусть будет продолжение. Пусть всегда мы встречаемся будем на этих площадках, честно, откровенно такой вот борьбе. Пусть победит сильнейший. С праздником, большим праздником спорта в нашем университете.